Дом-2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Вчера прошли съемки финала второго сезона «Школа актерского мастерства» в городских квартирах. Также вчера состоялся премьерный показ фильма «Мама всегда рядом». В главной роли Саша Харитонова. Папа Александры приехал поддержать дочку. Гозия записала песню под названием «Девочка без сердца». Будем ждать премьеры песни Александры. Виктория Романец опубликовала фото с подписью «Так выглядит самый лучший мужчина. Счастливая женщина и голливудская улыбка». Вчера на острове было задание для девочек – собрать тумбочку. Марина Африкантова с этим заданием справилась на все 100. Быстро, надежно и качественно. Осталось только купить телевизор. Также вчера на острове прошла подготовка к сегодняшней вечеринке. Собрали сцену и проверили звук. Сегодня открывается бар Андрея Чуева. Ребята пообещали, что все будет очень весело и интересно. Тата Абрамсон показала кольцо, которое ей подарил Блюменкранц. Стоимость украшения – 150 тысяч рублей. Толстяк из «Дома-2» решился лечь под нож хирурга, чтобы стать российским Кеном. Бывшему участнику Егору Халявину проведут многочисленные пластические операции на лице и вставят импланты в пресс и грудь. Ольгу Бузову наградили в номинации за ее первую песню. Песня была удостоена награды «Прорыв года» по версии канала Fashion TV. Девушка выразила слова благодарности своим фанатам, а также дала обещание развиваться в этой сфере и дальше. Женя Гусева рассказала, что с Антоном они не живут уже 4-й месяц, а в декабре состоится их развод. Девушка призналась: «Сейчас у меня есть ухажер, который присылает мне цветы и подарки. Он приставил ко мне личного охранника и водителя». В продаже появился новогодний номер журнала «Дом-2». На одной из обложек номера ведущая Оля Бузова, которая нашла в себе силы откровенно поделиться своими переживаниями после расставания с мужем. Вторую обложку представили Алиана Габозова, Вика Романец и Саша Артемова. У каждой из девушек своя история. Интересная новость сайта «Шлок». Несмотря на свое ужасное состояние после операции, Марина Мексика решила выйти с друзьями в кино на мультфильм. Мама Ильи Ебарова Людмила Михайловна настроена очень решительно и жестко. Женщина хочет, чтобы Илья не тянул резину и подавал в суд на право общения со своим ребенком, так как его бывшая жена сказала «все через суд и по закону». Также Людмила Михайловна против всех дискуссий с бывшей женой Ильи, а также комментирует, что нужно действовать по закону. Теоне исполнился годик. Родители девочки принимают поздравления от друзей и знакомых. Мама и папа души не чают в своей малышке. По словам Курбана Амарова, появление Теи сплотило их семью. Бородина призналась, что перед сном Курбан подарил ей букет чайных роз. «Мы уже дремали с Теоной, когда папа пришел нас поздравлять», – отметила звездная мама, выложив кадр с презентом. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.